الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد زتولين الله سبحانه وتعالى продолжаем чтение العقيدة الواسطية. Мы остановились с вами на словах وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ. То есть, и также Ахль Сунна принимает то, что пришло в Коране и в Сунне в единогласном мнении из достоинств и степеней сподвижников. То есть, как, например, то, что те, кто расходовали до победы, то есть победа у нас является что? Это перемирие Худайбии, хорошо, то есть они имеют, то есть, высшую степень, чем те, кто расходовали после нее. Мы сказали, что Аллах Субхана Тааля сказал «Ва куллян ваада Аллаху аль-хусна», то есть и каждому из них обещан рай. Но вместе с этим, кто из них лучше? Лучше эти. Затем говорит шейх аль-Ислам рахимахуллах «Ва юкаддимун аль-мухаджирина аль-ансар». И также, то есть, они то есть, ставят мухаджиров перед ансарами. Ставят мухаджиров перед ансарами. То есть, какая причина? Почему мухаджиры, братья, считаются лучше, чем ансары? Несмотря на то, что оба они, то есть, естественно, являются прекрасными. Смотри, что они ансары или мухаджиры? Да, потому что мухаджиры, на самом деле, они кто? Они и, то есть, они и так являются ансарами. Все являются ансарами. Что такое ансар? Помощник, тот, кто оказывает поддержку пророку, алейхиссалату вассалям. Поэтому мединцы, так как приняли своих братьев, приняли посланника, алейхиссалату вассалям, в первую очередь, называются кто? То есть, как ансары, то есть, помощники, помощники. И также, то есть, те, кто совершили хиджру с пророком, алейхиссалату вассалям, они что? Они, помимо того, что являются помощниками пророка, алейхиссалату вассалям, они еще что добавили к этому? Добавили хиджру. И поэтому, то есть, у них что? Есть еще дополнительная степень. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. И веруют они в то, что сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, то есть участвующим в битве при Бадре, их было более 300 человек, то есть чуть менее 320 человек. Сказал им Аллах Субхану ва Тааля: делайте что пожелаете, ведь я все простил вам. То есть это не значит, что можете грешить сколько хотите. Имеется в виду, что бы вы ни сделали, все вам уже прощено. То есть то деяние великое, которое вы сделали, после этого уже что? То есть многое вам будет прощено. И также то, что сказал посланник, алейхиссалату вассалям, «Бианнаху ля ядхулю нара ахадун бая атахта шаджара», что ни один, кто давал присягу под деревом, не зайдет в огонь. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. То есть, более того, к этому, то есть, добавлено еще то, что Аллах Субхану Тааля доволен ими, и они довольны Всевышним Аллахом Субхану Тааля, их было более 1400 человек. Их было более 1400 человек. Аллах Субхану Тааля говорит: «Лакад радия Аллаху ан аль-муминина идь юбайиунака тахта шаджара». Аллах Субхану Тааля говорит, что Он доволен теми, кто присягнул тебе под деревом. Их было более 1400 человек, как мы уже сказали. То есть, когда многобожники распустили слух ложный, что убили Османа, посланник, алейхиссалям, взял присягу на что? На смерть или же, то есть, либо же, то есть, победа, либо смерть. Все, то есть, идем и до конца. И все сподвижники присягнули пророку, алейхиссалям. За Османа самого присягнул сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. Поэтому он заходит в это или не заходит? Заходит, потому что пророк, алейхиссалям, хорошо сам себе присягнул, то есть, имеется от имени Османа. И это, братья, также указывает на великое достоинство Османа, что у посланника, алейхиссалям, абсолютно не было сомнения, что если бы Осман был бы здесь, он непременно бы также присягнул. Почему? То есть настолько уверен пророк, алейхиссалям, что за него, алейхиссалям, он сам хорошо присягнул. На. И поэтому мы говорим, что самые лучшие сподвижники, в первую очередь, это кто? Это мухаджиры. Затем ансары. Затем, то есть, или же еще, то есть, общим, смотрите, вот так скажем, что самые лучшие сподвижники – это те, кто приняли ислам и были вместе с посланником, алейхиссалату вассалям, расходовали и сражались до перемирия Худайбии, хорошо, то есть, и они лучше, чем те, кто после. Из этих лучших, самые лучшие кто? Мухаджиры, затем кто? Ансары. Из них самые лучшие кто? Те, кто были, то есть, участвовали в этой, то есть, бейат-ур-ридван, хорошо, то есть, в присяге довольства. И лучшие среди них – это те, кто участвовали где? В битве при Бадр.
И самый лучший из тех, кто участвовал в битве при Бадре, в принципе, из подвижников, это кто у нас? Это 10 обрадованных раем. Самый лучший из 10 обрадованных раем, это кто? Это четверо праведных халифов. Самый лучший из 4 праведных халифов, это кто? Абу-Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али. Вот это убеждение Аль-Сунна валь-Джамаа по отношению к достоинствам и степеням сподвижника. То есть хорошо, у нас самый лучший кто? Абу-Бакр. Ну, имеется в виду из сподвижников. Самый лучший это Абу-Бакр. Затем Умар, затем Усман, затем Али. Затем остальные, то есть шестеро, то есть которые дополняют этим 10. Затем участвующие в битве при Бадре. После них участвующие в Байату Радван. После них мухаджиры лучше, чем ансары. Хорошо. То есть помимо мухаджиров и ансаров, мы что говорим еще? Что самые лучшие из тех ансаров и также то есть всех сподвижников, это те, кто приняли ислам и сражались, и были вместе с пророком алейхиссалям до Худайбийского перемирия. И говорит, «Ва яшхадуна биль джаннати лиман шахида ляху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям каль ашарати ва Сабит ибн Кайс ибн Шаммас ва гайри мин ас-сахаба». То есть и свидетельствуют они раем за того, за кого засвидетельствовал сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как 10 сподвижников, которые были обрадованы раем. Кто это такие, кто знает? 10 обрадованных раем. Иншаллах знаешь, бисмилля. Кто? Аббакар, Умар, Утман, Али. Абдурахман ибн Ауф, ибн Убейдилла, Талха ибн Убейдилла. Абу Абейда ибн Аль-Джаррах, также кто? Назе, Айва, Зубейр ибн Аль-Авам, Саад ибн Аль-Вилкас и Саид ибн Зейд. Хорошо. То есть, или же можно их как, то есть, еще кто еще повторит их, бисмилля? Шейх. 10 обрадных раев. Абу-Бакр, Умар, Утман, Али. Затем? Талха. Затем? Зубейр. Затем? Абдурахман и Абу Абейда. Абдурахман ибн Ауф и Абу Абейда и двое. Саад и Саид. Саад ибн Аби Уаккас и Саид ибн Зейд. На. И последний, еще кто их называет? Что это? Есть там они, да? Кто последний? Бисмилля. Считаем их. Да. Абу Бакр, Умар, Утман, Али. Затем? Саад ибн Аби Уаккас. Абу Абейда ибн Аль-Джаррах. Саид ибн Зейд. И Саад. Ибн Аби Уаккас, также Талха ибн Убейдилла и один. Кого не упомянул? Абдурахман ибн Ауф. Абдурахман ибн Ауф. Абу Бакра как звали? Абдулла. Как звали Абу Убейду? Кто знает? Амир. Звали его Амир. Хорошо. На. И также, говорит, свидетельствует, как, то есть за тех, за кого засвидетельствовал Всевышний Аллах Субхану Тааля, то есть или же посланник, алейхиссалату вассалям, достоверных хадисов, как, например, Сабит ибн Кайс ибн Шаммас и другие. Кто, например, за кого засвидетельствован, то есть раем, например? Чернокожая женщина, которая убиралась в мечети, то есть или же в некоторых версиях, что это был мужчина. Беляль, посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, что же со мной, Беляль, каждый раз, когда, то есть я вижу рай, мне показывают рай, ты опережаешь меня, то есть я слышу твои, то есть шубрушание, хорошо, твоих тапочек, то есть ты еще до меня там, кто еще, например? Джафар, Джафар ат-Тайяр, поэтому он назван Джафар ат-Тайяр, которому обе руки, то есть отрубили в газвот мута, хорошо, то есть и посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, что то есть, за эти две руки отрублены, Аллах Субхану Тааля даст ему 2 крыла в раю. Также его называли, как, кто знает, при жизни? А? Как называли Джафара? Связано с бедняками. То есть то ли Абуль... Как? Да, нет, как его называли. То есть он постоянно то есть, кормил Ахлю Суфа, то есть тех, кто то есть, этих бедных. Не помню сейчас точно, то есть то ли Абуль Масакин или же что-то такое ему давали. То есть говорили о нем что? Что, то есть, что он постоянно с бедными. Постоянно бедными, то есть кормит их, любил их очень кормить. Найди, пожалуйста. Еще кто? Джулейбиб, да, посланник алейхиссалату сам сказал, то есть ана минху ва хуа минни. Оккаша ибн Мехсан, собака кабиха Оккаша. Хасан и Хусейн будут более того, то есть господами молодежи в раю. Еще, то есть одна тоже была чернокожая женщина какая? Хамза. Хамза, естественно, то есть Саиду Шугада. Кто это? Саад аль-Асвад? Не знаю, какой, где, в каком хадисе, а? Абдулла ибн Масуд. Абдулла ибн Масуд, это есть, да, посланник алейхиссалату вассалям сказал, что его, то есть щиколотки в раю, хорошо, то есть будут тяжелее, чем гора Ухуд.
А? Абуль Масакин, так и назывался, алхамдулилля, Абуль Масакин. Абуль Масакин. Сподвижники, которые участвовали в пяти преподавателях. Да, то есть мы говорим про частные лица, которым, то есть кто знает, какие хадисы. Друг другу просто. А? Отец Джабира, Абдулла ибн Харам. Абдулла ибн Харам, то есть посланник алейхиссалям, не просто сказал, что его, то есть Аллах субхана ва тааля ввел в рай. Более того, то есть каллямаху кифахан. То есть напрямую разговаривал с Аллахом субхана ва тааля. То есть и Аллах субхана ва тааля разговаривал с ним. То есть великое, хорошо, то есть Муаз и Муавия. Какой хадис? Где довод? А? Не Муаз и Муавия. Муаз и Муавия были. Но я не знаю, чтобы там пророк алейхиссалям сказал, что они в раю будут. Два мальчика были. Муаз одного звали, другого Муавия. Три сподвижника не пришел про них, да? Кабу, Малик там, в Табуке, которые... Аллах субхана ва тааля принял их в Табуку. Но разве сказано, что они это будут? Та женщина, которая была эпилепсия, также Ибн Аббас радиаллаху анху сказал одному из своих учеников: показать ли мне тебе женщину из обитателей рая? Он сказал: да, конечно. Сказал: вот эта женщина. Поистине она пришла во время, то есть посланника алейхи салям, и сказал, что то есть я, то есть у меня бывают припадки эпилепсии, и я что? И я с себя снимаю одежду. Попроси Аллаха субхана ва тааля, чтобы он меня вылечил. И пророк алейхи салям сказал: иншити сабарти ва лякаль джанна. Если хочешь, проявляй терпение, и Аллах субхана ва тааля вознаградит тебя раем. Она сказала: асбир. Валякинни атакашаф, фад'у Аллаха ли ан ля атакашаф. То есть я буду проявлять терпение, то есть я останусь с этими припадками, с этой болезнью, буду проявлять терпение, но попроси Аллаха, чтобы я не снимала с себя одежду. То есть люди видят мою, то есть мою наготу, то есть из-за этого, то есть не из-за болезни. И посланник алейхиссалям попросил за нее это. Это, братья, указание на то, что человек, у которого, братья, такая болезнь, как эпилепсия, эпилептик, человек эпилептик, который, то есть, проявляет терпение по отношению к этой своей болезни, этот человек будет из-за числа обитателей рая, по свидетельству посланника алейхиссалату вассалям. Нам еще кто? А слушай. А? Фатим, это, естественно, дети пророка алейхиссалату вассалям, в принципе. Именно знак, который, когда сейчас зайдет вот, человек, который из обитателей рая. Усман. Абдулла ибн Салям, да, джазакаллаху, то есть, а также хадис пророка алейхиссалям, что он, то есть, когда увидел во сне, что он держится за веру. Да, да, слушай. Нет, ты, брат. А родители, у меня есть первый шахир, который... Сума, да, Сумайя и Ясир, да, джазакаллаху, тоже. Мус'аб ибн Умейр. Какой хадис, где пришло это, что сказал? Нет, то, что братья, мы опять же говорим, то есть просто так мы можем любого сподвижника называть. Я говорю просто про хадисы, которые мы слышим. Так-то все сподвижники, вакуллян ваад Аллаху аль-хусна. Все братья, сколько их было, более 120 тысяч, или сколько их было, то есть во время последнего хаджа, они все, братья, будут в раю. Все они без исключения. На, ма, диняр. Абдулла ибн Аббас. Есть какой-то хадис? Не знаю. А? Обкаша сказали. Хейр. В любом случае, то есть, как мы и сказали, что все сподвижники. Фатима сказал вам. На. Хадиджа. Да, более того, у нее дом в раю будет. Аиша радиаллаху анха. На. Сказали братья, да. Господин с этих шахидов. Говорит дальше шейх аль-Ислам, рахимахуллах, وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرٍ. То есть и они также убеждены и свидетельствуют, то есть и признают то, что передано многочисленными путями от повелителя правоверных Али ибн Аби Талиба, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, и от других, что он говорил, что лучшие в этой общине после его пророка – это Абу Бакр и Умар. Почему именно Али, хотя, братья, сообщение Ибн Умара намного более известное, чем сообщение Али. Почему именно Али привел здесь Ибн Умар, шейху аль-Ислам? Для опровержения какой секты? А? Рафидитов, то есть все или же всех шиитов, которые возвеличивают Али над кем? Над Абу Бакром и Умаром. Сам Али свидетельствовал, это достоверно, что самые лучшие люди в этой общине после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, это кто? Абу Бакр, а затем Умар. وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. То есть и они третьим называют Османа, четвертым же они называют Али. كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآثَارُ وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ فِي الْبَيْعَةِ. То есть и как на это указывают передачи, хорошо, то есть разные от праведных предшественников, и как, то есть это было известным единодушным мнением среди всех сподвижников, что они, то есть выдвигали вперед Османа над Али, в чем? В присяге. И поэтому, братья, у нас, смотрите, в самом начале, во времена табиинов,
было разногласие в этом вопросе. То есть, и оно было приемлемое. Это разногласие было внутри, в лоне Ахлиссунна Вальджама. То есть, не выходило за пределы. То есть, те, тот, кто говорил так, тот, кто говорил сяк, не выходили из Ахлиссунна Вальджама. А было же тоже разногласие по отношению к Осману и Али, в котором сразу, братья, один становился заблудшим, другой оставался в сунне. И поэтому те, кто говорят, братья, что, то есть, или же говорили, мы сказали, что присяга, или же то, есть, то что правитель править должен был сначала Али, затем Осман, хорошо, то есть это эти люди заблудшие, потому что единогласное мнение сподвижников, которое, что они отдали свой голос в пользу кого? А, в пользу Османа, и никто, братья, не разногласен. Как сказал Абдурахман ибн Ауф, у Али, кого бы я ни спросил, все выбирают Османа, радиаллаху анху, потому что он был, братья, старше, мудрее и так далее, и лучше. Затем разногласие было в том, кто из них двоих лучше. То есть имеется, ну, ближе к Аллаху, субхану и так далее. И здесь уже разногласили они по, то есть по причине наличия хадисов и так далее разных. Но вместе с этим, братья, это мнение умерло. И сегодня, если кто-то говорит о том, что лучше Али, чем Осман, этот человек заблудший. Этот человек является заблудшим. Потому что это мнение достигло единогласного, единодушного решения во времена еще табиинов. И поэтому Суфьян ат-Саури, он придерживался того мнения, что, то есть, Осман должен был править, и правильно, что правил он до Али, но вместе с этим Али лучше Осман. Затем же, когда он разобрал этот вопрос, он сказал следующие слова, что сказал тот, кто поставил Али выше, чем Осман, «факад азра биль мухаджирина валь ансар», обвинил во лжи, или же, то есть, отнесся несправедливо по отношению к всем мухаджирам и ансарам, потому что все из них выбрали Османа, и поэтому не могли они выбрать того, кто хуже над тем, кто лучше. И это указывает на то, что Осман лучше, чем Али. Я вам уже говорил, что просто, братья, я легким поиском нашел, братья, 11 хадисов, 11 разных хадисов, в которых посланник, алейхиссалам, обещает рай Осману. По отношению к одному человеку, разных случаях, разных ситуациях, 11 раз обещан рай, субхана, одному сподвижнику. Что говорить про этого сподвижника? Это Осман, радиаллаху анху. Более того, братья, если бы из его достоинств не было бы ничего, кроме того, что достоверно передается от посланника, алейхиссалату вассалям, что он дал ему одну дочку свою, выдал за него замуж, она умерла, заболела, умерла. Затем он дал что? Вторую свою дочь. То есть и у Мукульсум, и у Рукайя были они из жен Османа. А Суюты, Джаляль Суюты говорит, что? Что неизвестно от времен Адама до самого последнего человека неизвестен ни один человек, чтобы он был описан таким достоинством, что он был женат на двух дочках одного пророка. Неизвестно такое в принципе. То есть неизвестно, чтобы хоть кто-то, кроме Османа, был описан таким великим качеством. Представьте себе, от Адама до самого последнего человека, ни один человек, то есть за кого мы можем засвидетельствовать и знали бы об этом, кроме Османа. Более того, когда умерла, то есть вторая дочка пророка, алейхиссалату вассалям, не было больше дочерей у посланника, алейхиссалям. И он говорит, «Ляу кянат ли ат-талиса, ля заводжтука я Осман». Если у меня еще одна дочь была бы, я бы ее тебе отдал, Осман. То есть настолько ты прекрасный зять, настолько ты хороший человек, настолько ты, то есть в плане религии, твоего нрава, всем я тобой доволен, что будь у меня еще одна дочь, я бы ее тебе отдал, валлаху мустаан. Как-то раз ко мне один брат подходил и, то есть, просил меня, чтобы я нашел ему супругу и так далее. И это услышал один из наших шейхов. И он сказал, «Раджулюн митлак ихдар». Этот человек, говорит, постоянно дает людям талях и не лезь вообще никогда, говорит, в том, что связано с женой, с женитьбой этим человеком. И он смеется и рассказывает мне, что как-то раз одна из его жен испугалась, что она забеременела, говорит, дочкой, и говорила ему, что это сын. В итоге, когда она родила дочь, он, говорит, прям, то есть, когда она родила, развелся с ней. Говорит, одна, то есть не приготовила ему ужин, но разозлился, развелся с ней. Он говорит, я не знаю, я уже устал считать, сколько раз он женился, разводился. Не лезь, говорит, к этому человеку. Этот же человек смеет, то есть они дружат с шейхом. Он, посмеявшись, начал что? То есть рассказывать мне Атар, известный, который говорил, что Али про Хусейна. Али, радиаллан, говорил про своего сына Хусейна, говоря, о иракцы, не выдавайте своих дочерей за моего сына, за Хусейна. «Фа иннаху раджулюн митлак». Он постоянно дает женщинам талак. И известно, что он более 80 раз или сколько-то такое был женат. То есть разводился по шариатским причинам или же просто. То есть это не является чем-то запрещенным. Это не является хорошим описанием, качеством человека. Ну вот такой человек. То есть я к чему это рассказываю, что мне понравилось. Смеялся, то есть что он привел эту историю в довод. И шейх сильно посмеялся. И говорит,
Хусейн, говорит, ты сравниваешь себя с Хусейном. Клянусь Всевышним Аллахом, если бы ко мне пришел Хусейн, я бы отдал за него Хадиджу. Если бы он на следующий день развелся, я бы упросил бы его, чтобы он женился на Маймуне, пока он всех моих дочерей не заберет. Говорит, если они умрут, субханаллах, и последний их муж был, он, они с ним в раю будут, альхамдулля. Внук пророка, алейхиссалям, ты сравниваешь себя с внуком пророка. И поэтому иракцы вышли и сказали: «О, Али, если Хусейн пройдется и придет каждый из наших домов, мы непременно будем своих дочерей за него выдавать. К тебе внук пророка, алейхиссалям, приходит. Конечно, ты отдашь за него свою дочь. Ты знаешь, что это не какой-то нечестивец, который играется с честью женщин. То есть, если развелся, значит, и у меня есть надежда, что, быть может, именно моя дочь будет с тобой до самого конца, и я буду надеяться, что она будет хорошо». То есть, как Аллах, субхану таля, сказал, и мы объединили их с их семьями, субханаллах. Поэтому ты сравниваешь себя, говорит, с внуком пророка, алейхиссалату вассалям. Аллах аль-мустаан. Поэтому я к чему это говорю, что если человек бывает доволен зятем, даже, быть может, умрет, то есть одна из дочерей, по предопределению Аллаха субхана ва тааля, у человека есть другая, просто не желая терять родство с этим человеком, он возьмет и отдаст другую, то есть дочь. Как, например, то есть бывает часто, то есть у человека, например, дети, и умирает его супруга, а дети еще маленькие. И, братья, кто лучше отнесется к этим детям? Любая, братья, жена, даже самая праведная, или же родная сестра матери, то есть она, это племянник ее. Помимо того, что она будет твоей супругой, и она в любом случае, то есть будет помогать тебе с этими детьми, так эти дети еще, то есть ее кровь. И поэтому, то есть это логично, то есть даже, то есть в этом нет ничего, то есть зазорного, плохого, что если вдруг умирает, то есть супруга, хорошо, то есть и сам даже отец, например, этой девочки предложит, например, еще одну дочь, если она согласна, естественно, выйти за него замуж. Для чего? Для того, чтобы эти дети росли с матерью, можно сказать, потому что Ибн Аббас, радиаллаху анхума, когда к нему пришел человек и сказал, что я хочу совершать благие дела, хочу рай, хочу покаяться за свои, то есть грехи, как мне, то есть самое лучшее деяние, что для меня. Он сказал, жива ли твоя мать? Он сказал, нет. А жива ли твоя тетка? Тетка, точнее. Он сказал, да. И он сказал, будь, то есть благочестив с ней, ведь поистине твоя тетка со стороны матери, она подобна твоей матери. И поэтому, то есть для детей, то есть сестра его матери, она что? Подобна его матери. Она такая же, как, грубо говоря, как его мать. Подобна тому, как брат отца, он является кем? Кинну абика, сказал посланник, алейхиссалату вассалям, что он подобен, то есть он как будто бы место твоего отца занимает. Поэтому если кто-то, то есть у тебя родной брат умер, знай, что его дети, в первую очередь, это твоя масулия, твоя ответственность. И ты обязан за ними, ты подобен отцу для них. Ты подобен отцу для них. На, отошли от темы в любом случае. Говорит дальше шейх. ومع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل. И вместе с этим мы говорим, что вопрос Османа и Али действительно был, как мы об этом сказали. Вместе с тем, что ученые, то есть или же ума была единогласна в том, что Абу Бакр, затем Умар, затем был вопрос, кто лучше, Осман или же Али. فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم علي وتوقفوا. Говорит, и то есть некоторые, то есть говорили, что Осман лучше, затем молчали, говорили четвертый, это Али, или же наоборот, люди говорили, что нет, третий на самом деле Али, а четвертый, то есть Осман. Но говорит, что шейх аль-Ислам, то, что мы с вами говорили, истакарра амру ахли суннати аля такдиме Усмана аля Алиин, ва ин канат хази аль-масала, мас'алату Усмана ва Али, лейсат мин аль-усули, лати юдаллалю аль-мухалифу фиха, инда джумхури ахли суннати, ва лакин лати юдаллалю фиха мас'алату аль-хилафа. И вместе с этим, как мы и говорили, что то есть этот вопрос не должен быть связан в основе своей с обвинением заблуждений, то есть не был он, по крайней мере, тогда, то есть кто из них лучше. Но то, за что мы считаем человека заблудшим, это когда человек говорит, что Али больше был достоин правления, нежели Осман. И это неправильно, и это очень, то есть, страшное мнение, и это является что? То есть заблуждением. И мы сказали, что даже тот вопрос, после того, как, то есть, истакарра амра ахли сунна, как сам даже шейх сказал, что, то есть, единогласны стали после этого ахли сунна, также никому теперь не позволяется говорить, что, что нет, Али на самом деле был лучше Османа и так далее. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. И вместе с этим, то есть они веруют в то, что то есть, правителем после посланника, алейхиссалату вассалям, и его наместником был Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али. وَمَنْ طَعْنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِ. И поэтому, если кто-то, братья, порочит правление кого-либо из них, говорит, что этот не имел права править и так далее и тому подобное, то он более заблудший, чем его домашний осел. То есть его домашний осел ближе к истине, чем этот человек. И почему здесь шейх именно привел пример, то есть ослов? Потому что у нас, братья, есть среди заблудших групп, которые больше всего похожи своим упрямством и своей тупостью на ослов. А это кто у нас?
Это Равафид. Это Равафид. Это их достоинство. То есть достоинство. Аллах Субхану Тааля возвеличивает одних над другими. То есть Аллах Субхану Тааля возвеличивает одних над другими. Как мы будем? То есть это же человек совершал деяния. Человек, то есть была у него богобоязненность и так далее. И Аллах Субхану Тааля желает его почтить на этом свете и, естественно, в мире вечном. Из почтения его говорит, что он намного лучше, чем другие. Несмотря на то, что то есть, у нас, братья, истории от сподвижников, это что-то, братья, удивительное, Субхану. То есть это люди, которые обладали каменной, твердой верой. И когда ты говоришь, что этот даже лучше, чем он, это, Субхану, то есть описание, прекрасное описание. Да. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديرهم أذكركم الله في أهل بيتي. Говорит, и также они любят, то есть семейство пророка, алейхиссалату вассалям, посланника его. И то есть хорошо, то есть питают к ним добрые чувства и охраняют, то есть в них, или же оберегают в них завещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда в день Гадирхум сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что то есть я устрашаю вас Аллахом, или же напоминаю вам об Аллахе по отношению к своему семейству, то есть относитесь к ним по-благому, ведь это мое семейство. وقال ايضا للعباس عمه وقد اشتكى اليه ان بعض قريش يجفون بني هاشم. Говорит, то есть и также пророк алейхиссалату вассалям сказал, обращаясь к Аббасу, своему дяде, хорошо, то есть к брату его отца, который, то есть, жаловался пророку алейхиссалату вассалям, что некоторые, то есть курайшиты грубо относятся к потомкам Хашима, то есть имеется к семейству пророка алейхиссалату вассалям. Он сказал: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. То есть клянусь Всевышним Аллахом Субханаху, то есть я клянусь тем, в чьей руке моя душа, что они не уверуют должным образом до тех пор, пока не полюбят вас, то есть семейство мое, по причине, то есть в первую очередь на пути Аллаха Субханаху ради Аллаха, во-вторых, по причине, то есть моего родства с ними. Потому что всегда, братья, человек любит человека и его родственников. Человек любит человека и его родственников, и все то, что, то есть, если ты действительно кого-то сильно любишь, ты любишь и все то, что связано с этим человеком. На. Здесь указание на то, что тещу любить надо. وقد قال صلى الله عليه وسلم, также посланник عليه الصلاة والسلام сказал: إن الله اصطفى من بني آدم إسماعيل إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. То есть Аллах Субхану ва Тааля избрал потомков Исмаила. Хорошо. На. То есть из потомков Исмаиля Аллах Субхану ва Тааля избрал Кинану, из потомков Кинана избрал Курайша, из потомков Курайша избрал сыновей Хашима, и, то есть, выбрал, избрал меня из сыновей Хашима. То есть посланник, алейхиссалату вассалям, лучший из лучших, из лучших, из лучших. И вместе с этим посланник, алейхиссалату вассалям, не разрешал никому кичиться своим происхождением. Потому что если бы кто-то и мог бы кичиться своим происхождением, это кто? А? Нет. Один из пророков. Какой пророк? Юсуф, алейхиссалям. Почему? А, потому что он пророк, сын пророка, сын пророка, сын пророка. Хорошо. На, то есть он Юсуф, ибн Исхак, ибн Якуб, ибн, а? ибн Ибрахим. То есть четыре сразу. То есть он, его отец, его дед и его прадед являются пророками. Кто может похвастаться, то есть своим происхождением. Также говорит: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده. И также они питают, то есть добрые, хорошие чувства и, то есть, проявляют свое причастие к, то есть, имеется, то есть, не отрицают или же не отрицают их достоинства жен пророка, алейхиссалям, которые являются матерями правоверных. И веруют они в то, что они как были женами посланника алейхиссалям на этом свете, так и будут женами на том свете, в мире вечном. Особенно Хадижа, которая была матерью большинства детей пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому говорила Аиша радиаллаху анха, что указывает на то, что, то есть, они, то есть семейство Абу-Бакра было очень грамотное и очень подвешенное на язык, то есть умели выбирать слова. И Аиша говорила, что я никому не ревновала посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как я ревновала его к этой курайшитской бабушке, говорит. Хотя я никогда ее даже видеть не видела, говорит.
И то есть посланник, алейхиссалату ассалям, всегда вспоминал Хадиджу и говорил, и кто может быть подобен Хадиджи, радиаллаху анха, вардаха. Ауалю, также, братья, здесь, субхана, указание на то, что называется, как сказал Всевышний Аллах, субхана, валя тансауль фадля бейнакум. Не забывайте достоинство одного из вас над другим. То есть, когда кто-то тебе сделал что-то хорошее, ни в коем случае не забывай это. Бывает, человек, братья, живет 20 лет со своей супругой, но по какому-то, то есть по какой-то причине они разводятся. Не нужно, братья, ни в коем случае после этого порочить свою супругу. Почему? Потому что 20 лет ты же был доволен ей. За эти 20 лет неужели она не сделала большее количество хорошего, нежели плохого? То есть, да, то есть чаще всего так и бывает, и поэтому, братья, человек должен бояться Аллаха. И то же самое, братья, в братстве, то есть среди друзей и среди братьев, также, то есть много, то есть некоторые люди дружат по нескольку лет, и затем, когда, то есть какая-то одна ошибка, две ошибки, три ошибки, бывает, ссорится, и не просто ссорится, а братья, то есть аду, лядут, субхана, то есть непримиримый враг становится. То есть неужели ты забыл все то благо, которое было между вами, то есть как минимум из-за этого, не доходи до этого уровня, хорошо, то есть вспомни то, что то есть великое благо было между вами друг другу, поэтому нужно это помнить. И поэтому, смотрите, посланник, алейхиссалям, до самой смерти помнил то благо и ту, то, есть, то, каким образом его поддержала Хадиджа, радиаллаху анха, и была всегда вместе с ним. И поэтому посланник, алейхиссалям, говорил Хадиджу, радовал ее, говорит, поистине это Джибриль пришел, фаинну юкриюки салям, он передает тебе салям, передает тебе салям. На. وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة الطيبة. Аллаху алям, может быть, в этом хадисе будет польза, то, что Джибриль передавал салям Хадиджи, то, что не проблема шейху передавать салям семьям его, то есть учеников, если в этом нет фитны. То есть, если это умеет это фитна, то есть, если нет, как, например, взрослый ученый какой-нибудь, и он знает тебя и твою семью и так далее, и он передоговорит жене своей салям передавай и так далее. То есть, если это скажет кто-то молодой, это, то есть, хорошо, то есть, это очень-очень приведет к плачевным последствиям. Поэтому Умар, Али, радиаллаху анху, говорил, когда к нему человек подошел и сказал, как дела у твоей супруги? Он сказал, говорит, если бы твоя кровь дозволена была, я бы тебе голову отрубил бы, говорит, за эти слова. Что значит, как дела у твоей супруги, субхана? Может, я салям от тебя еще ей передам? Но имеется в виду, когда это говорит тот, от чьей фитны ты без, то есть в безопасности, иншалла та'аля, хорошо, то есть имеется какой-то взрослый, то есть старец и так далее, он не видел твою супругу, хорошо, он не общается с ней там каждый вечер и так далее и тому подобное, а просто, то есть, он, то есть у тебя отношения, как будто бы ты его сын, хорошо, один из его сыновей, и он тебе говорит, салям домой, дома передавай, семье своей и так далее, говорит там, молодец, Аллахумма барик, то есть жзала хайр, там, умму фулян, молодец, что она, то есть за тебя там переживает, смотрит и так далее, иншалла в этом нет проблем. Я помню, это мне говорил как-то шейх Хейтам Сархан. Говорил, что то есть, для меня многие ученики как дети, то есть, поэтому я не вижу проблем то есть, сказать, что если я передам, например, салям их семье, или спрошу, то есть, например, особенно когда у человека жена болеет, и ты спросишь, как у тебя у жены, то есть все в порядке, нормально, то есть какая-то помощь и так далее нужна, иншалла таля в этом нет. Но в основе своей, братья, остерегайтесь этого, остерегайтесь того, чтобы человеку, то есть это вещи, которые, то есть, ну, в такие вещи не подобает залезать, не подобает спрашивать. На. Брат один у нас учил только арабский, то есть ничего не знал из арабского, то есть просто знал там «Ассаляму алейкум», «Кейфа халюк», «Исми», там так-то и так далее. Говорит, как-то араба встретил, говорит, и все слова, которые я знаю, я пытаюсь ему сказать. Говорит, я ему говорю «Ассаляму алейкум», «Кейфа халюк», «Кейфа зауджи», только ему сказал. И говорит, и он сам мне рассказывает, хорошо, брат разумный был. Он спокойно подошел, сказал, брат, никогда такой вопрос не спрашивай. Говорит, ладно, говорит, мне мозгов хватит. Говорит, ну, говорит, ты сильные проблемы себе надел. Я, говорит, понимаю, что ты не знаешь, что ты говоришь, ты просто как бы все слова, которые у тебя есть, хочешь сказать, но такие вопросы, братья, не задают. На. Говорит, то есть Хадиджа, она была матерью большинства его детей. Ва ауалю ман амана бихи. Она самая первая, кто уверовал в пророка, алейхиссалату вассалям. Муададаху аля амри. То есть и помогала ему в этом его, то есть, деле. Ва кана ляха минху ль-манзилату ат-тайиба. То есть и у нее было, то есть великое, то есть положение, то есть у Аллаха, у посланника, алейхиссалату вассалям. Говорит, и также ас-сиддикату бинту ас-сиддик. И также сюда заходит кто? То есть правдивейшая дочь правдивого. Аллати каля фиха ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал посланник алейхиссалату вассалям, фадлю Аишата аля ан-нисаи ка фадли ас-сариди аля саири ат-таам. То есть Аиша превосходит остальных женщин подобно тому, как превосходит сарид, то есть мясо, где есть хлеб и точнее еда, где есть хлеб и мясо, как она превосходит, как эта еда превосходит другую еду. То есть представьте себе хлеб и мясо, самое лучшее, что только есть в еде, самое хорошее и так далее.
наверное, нутрициологи на нас обидятся, но посланник, алейхиссалату вассалям, много и сильно хвалил, что хлеб. Много и сильно, то есть, естественно, хвалил мясо. И мясо является благим, и хлеб является благим. Хорошо, и также вегетарианцы, наверное, обидятся на нас, но в любом случае. То есть, самая лучшая еда, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, и превосходство еды, в которой есть мясо и хлеб, над остальной, то есть, оно понятно и ясно нам. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل أو عمل. И также, то есть, Ахли Сунна не причастны к пути рафидитов, которые ненавидят сподвижников и, то есть, порочат их, и также не причастны к пути, то есть, или же, то есть, к заблуждениям налсабитов. Налсабиты — это, то есть, противоречие, то есть, те, кто в противовес рафидитам, которые что, то есть, причиняют обиды семейству пророка, алейхиссалату вассалям, как слово, как языком своим, так и делом. То есть, они что, сражались Али радиаллаху анху и так далее, и также они что, то есть, порочили и плохо, то есть, отзывались о семействе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, это что касается любви к семейству пророка, алейхиссалату вассалям. И мы сказали, что это, братья, вопрос очень и очень понятный, что, братья, семейство пророка, алейхиссалату вассалям, нужно ставить выше, чем любые другие, то есть любой другой человек, если они, то есть, едины, имеют всю свою веру. То есть, мы не говорим, что, братья, какой-нибудь человек, который заявляет о своем, то есть, родстве с пророком, алейхиссалату вассалям, ложно, и в это время, то есть, он призывает, например, к ширку, что этот человек хорошо, то есть, выше, чем другие. Например, есть такой человек, Али Аль-Джифри, кафир, субхана, человек кафир, не является верующим, человек кафир, валяду билля. И он вместе с этим заявляет о том, что он из семейства пророка, алейхиссалям. Даже если мы поверили в это, мы говорим, что человек кафир, и не поможет ему ни родство пророка, алейхиссалям. Он такой же родственник пророка, как Абу Лахаб, Абу Талиб, хорошо, Абу Джагль и так далее, и вместе с ними он будет собран в огне, валяду билля. На. И просим Всевышнего Аллаха, субхана, для всех тех, кого он любит и возвеличивает, как он, например, говорит о том, что, то есть, например, опровергая, то есть, говорит про Абу Талиба, говорит про родителей пророка, алейхиссалям, о которых сам посланник, алейхиссалям, засвидетельствовал, что они обитатели огня. Вот так, как он их любит, мы просим Всевышнего Аллаха, субханталя, посредством его имен и качеств, обращаемся к Аллаху, субханталя, искренне и просим: «О Аллах, собери Джифри, Али Аль-Джифри, вместе с родителями пророка, алейхиссалям. Там, где будут родители пророка, алейхиссалям, о Аллах, пусть Али Аль-Джифри будет с ними, так как он любит их, и пусть он будет воскрешен вместе с ними в судный день, и также будет он там, где родители посланника, алейхиссалату вассалям, Аллаху мустаан». И это, братья, положение того, кто приближается, братья, к Аллаху, субхану ва тааля, как он заявляет, через приобщение Аллаху со товарищей, который распространяет среди людей, братья, ширк, болезнь ширка. И хорошо, то есть, в этом он, субхану Аллах, превзошел многих других, Аллаху мустаан. Насаллаллаху алейхи ва саллям. И да погасит Аллах субхана ва тааля его свет. И он уже, альхамдулиллях, погашен.